Мне нужно поговорить, я должен излиться. Правда, язык у меня длинноват, иные услышат, запахнет костром. Ну что ж, всего бояться, задохнешься от скуки. Гремит гром, пою на весь дом. Чудаки ворчат. Нашел время пить, времена сейчас мрачные. Не бывает мрачных времен, бывают только мрачные люди. Я, слава тебе, Господи, не из их числа. Подведем мы счет этому миру. Лучше, что у меня есть, это я колобрю. Старый воробей бургундских кровей 50 стукнуло. Отличная штука. Смейтесь, смейтесь, молодежь, не всякой до них доживет. Ну теперь отметим для справки, какие товары есть у нас в лавке. Дом, жена, четверо сыновей, дочь замужняя, слава тебе, Господи. Зять, само собой, 18 внуков, серый осел, собака, 6 кур и свинья, ну и богащая. Да только... Случались войны, заглядывали солдаты, неприятельские и приятельские. Чума совала свой нос на наш порог. Свинья посолена, осел хром, погреб выпит, курятник ощипан, дом сожжен. И жены-то уж нет. 30 лет мы с нею. А не будем забегать вперед, всему свой черед. Про то, что мучило в свой час, приятно повести рассказ.